Kuzma Jaciel jednoj raz wystąpili na Interszarmie, samej krupnej wystawki wartośnej Europy, po kosmetyki. Ośnie rady, to my zwieść i każdy raz my ośnie rady, to wstretili mnoga z naszych druzjej, naszych klientów, naszych partnerów. To dla nas prawdziw. Prawdziw, потому что my już nie pierwszy raz, mnoga lat za te gody zawojowali хорошую репутацию i хороших партнеров. I my очень рады z nimi встречаться, a как раз это место для этого, место встречи. Это, как скажем, Мекка для тех, кто занимается косметикой и занимается украшиванием России. Мы в этом участвуем в импортозамещении. Я думаю, что очень удачно нам это получается. С гордостью смотрим на те продукты, которые с нашим участием появляются на российских полках, магазинах, и что они ничуть не хуже zagranicznych analogów francuskich, italianskich, niemieckich. My w tym, ja uwierzam, że wypełniają swój dług przed rosyjskim biznesem kosmetycznym i считаю, że to też nasze будущее, żeby dalej продолжać taką duchę сотрудничества. Nasi klienci сегодня przynoszą nam хорошие słowa, благодарности, a nie uspiewające. Кризис их вроде бы касается, но, так скажем, они в этом кризисе прекрасно справляются. И мы им в этом тоже помогаем. Понимая трудности, понимая, что это временные трудности, они когда-то пройдут, и потом, конечно, все станет на своих местах. Что еще могу отметить? Что очень много посетителей у нас, наших клиентов, наших партнеров, особенно радует то, что они приносили нам новые проекты, которые им помогают их создавать. Это показывает перспективы роста. А рост – это, в принципе, тот двигатель бизнеса и двигатель фирм, которые в нем участвуют. Только прогресс, в принципе, может кому-то что-то гарантировать. И тут мы тоже рады, что обращаются именно к нам, потому что широта ассортимента и подход, и прекрасный сервис наших менеджеров и такая, скажем, помощь в каждом вопросе, она дает уверенность, что наш проект совместно с клиентом разработанный будет успешным и принесет очередной, скажем, финансовый успех, потому что это дело тоже бизнеса. Так что если вы посмотрите на наши выставки, участвует очень много известных уже марок. Марок, которых мы тоже помогали создавать лет 5, 10, 15 назад. Они чувствуют себя хорошо. Они уверенно смотрят в будущее, независимо от тех информаций, что якобы кризис пришел в Россию. Они на этом строят свои импортозамещаемые марки. И благодаря этому кризису на самом деле создают намного больше, чем создавали бы раньше, когда дешевый импорт и вообще импорт давил их креативность и возможность выйти на рынок. Сейчас этого нету, и я считаю, что кризис помогает российскому бизнесу расти и находить свои решения в этом мире косметики. И способствуем, конечно, этому росту. И в следующем году приглашаем на эту же выставку. Мы будем вас ждать, мы будем думать про вас и помогать вам расти, чтобы ваши тоже стенды были такие красивые, как в этом году, и чтобы вы были просто успевающим вместе с нами компанией. Спасибо.